Все, поехали. Так, а здесь что у нас за такое задание? Какая карта у нас? Так, молоточек. Опа, проехали мы его. Так, чекпоинты пошли. Видимо, сложный уровень все-таки. Еще один чекпоинт. Ух ты. А, так, покраска машины была, прикинь. Покраска автомобиля была. Так, и здесь у нас едем прямо. Ну, здесь вроде бы не сложно. А, ну вот, 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 вот. Вот это посложнее будет. А, нет. Нормально, проехали. Так, тормозим, 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 вонючий сучий. Нифига себе. Как это я так по воздуху проехал? Офигеть. Ну, проехали бы, проехали там. С ума сойти. Сложно, сложно было. Так, давайте ускоримся. Бешеная скорость у нас, нифига себе. Опа! Да, там была невидимая стена. Так, next, следующий уровень. Седьмой уровень, ребята. Так, ну давай купим тогда фиолетовую уже, ладно. Play. На фиолетовой поедем в тачке. Все, ускоряемся. Так, что здесь будет? Будет покраска автомобильки? Да, зелененькую покрасили в зеленый цвет. Опа, главное не перевернуться. Да, мы, ребята, перевернулись. Ох ты. Нормально назад сделали. Все хорошо. А не назад ли-то я еду? Конечно, назад. А почему меня сразу правильно не поставили машинку? Странно. Все, ускоряемся. Опа! И финиш, да, здесь будет? Я так понимаю. Ох, какой взлет. Нифига, нет, не финиш. А, вот финиш. Все, и мы финишируем. Отлично. Хорош. Следующий уровень у нас восьмой. А сколько там всего уровней? 15. Ладно, давай попробуем восьмой проехать. Так, поехали на такой машинке, теперь фиолетовый. Это уже другая, да, тачка? Да, другая. Походу. Ух ты, ух ты, ух ты, тихо, 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 проехали. Так, молот какой-то есть. Тоже его проезжаем спокойно. А, ну, в принципе, просто правее держаться и все. Опять-таки покраска машинки. Так, здесь что у нас показывается? Типа мы должны повернуть. Лады. Лады, лады, лады. Опа, все, чекпоинт. Ух ты, там яма, что ли? Серьезно? Нифига, они туда яму поставили. Тихо, 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 нифига себе. А кто придумал яму вообще на дороге строить? Ну ладно, хорошо, что я их заметил. Это вот эти вот дыры, да? Прям в дороге. И они чередуются. Сначала справа, потом слева. А здесь два раза слева. Так, справа. Слева. Опа. Так, здесь едем. Проезжаем эту часть.
Опа! Так, все, можно ускорить и включить. И финиш, я вижу финиш. О, хорошо, как взлетели мы. Еее! Победа! Ну что ж, я думаю, на этом закончим серию. Всем большое спасибо, ребята, за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. Пока-пока. Остров Пасхи, ребята, играем. На острове Пасхи. И нам желательно здесь, на этом острове Пасхи, занять хорошие места. Ой-ой-ой-ой-ой, так, ускорение. Трачу ускоритель. Приходится это делать, чтобы выбиться отсюда от всех этих машинок. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ох, чуть не врезался. Реально чуть я не врезался. Пока идем нормально. У нас еще один ускоритель, я его приберегу, наверное, для финиша. Так, пока что едем шестыми. О, пятый еду. Очень хорошо. Здесь, если я выиграю гонку, сказали, что будет улучшение для всех моих машинок. Улучшение какое-то я получу. Не знаю, какое улучшение. Но улучшение мне бы пригодилось бы, чтобы выигрывать гонки. Так, а у нас какой? Второй из третьих, из трех кругов, да? Второй круг. Ладно. Так, мы едем третьим. Так, давайте я здесь включу ускоритель. Попробуем догнать кого-нибудь. О! Смотри. Все, одного догнали уже, вторым. А, все, последнего мне догнать, я буду первый. О, наконец-то я на вершине. Да-да-да, здесь нам нужно занять, ребята, первое место. Постараться, по крайней мере. Да, когда же там уже финиш-то будет, елки-палки. Я просто не могу отвлекаться по сторонам. Даже посмотреть не могу. Ага, все, финиш есть. Первое место мы все-таки взяли. Но я считаю, что лайк можно спокойно поставить. Открыто новое улучшение. Выберите улучшение. Ого, далее. Нам на выбор предлагают улучшение. Подвеска, воздухозаборники, выхлоп. Что у нас дает подвеска? Скорость и управление. Воздухозаборники, скорость и нитро. Либо выхлоп, скорость, ускорение. Угу. А давайте возьмем пока подвеску. Да, установлено на все наши машины. Подтвердить. Теперь у нас машинки будут немножко прокачанными. Давайте возьмем Сантьяго, вот эту гоночку. И посмотрим, да, установлено улучшение одно. Хорошо. И поедем, наверное, смотрите, на сколько машинок. Может быть, на вот этой беленькой поедем. Или на синенькой. А мы ее сделаем сейчас фиолетовой. Выбираем и едем. Сантьяго Ла Столица. Ух ты, я здесь еще не был. Реально, я здесь еще не был. Так, едем на машинке. Так, что у нас там? У нас улучшено управление и скорость. Ух ты. Так, давай ускоритель включу. Ух ты, это был турбо лежал. Надо будет на обратном пути его найти. О, нифига, перевернулся я, ё-моё. Ладно, полностью тратим ускоритель. Да, чё ж меня все обогнали? Десятый еду. Иди. О, да, сложно, слушай, карта. Очень сложная. Ох ты. Ну, туннель какой, смотри. Мощный. Так, поворачиваем аккуратно, едем.
Что у нас здесь? Тачки. А, ускоритель был, прикинь. Так, надо запомнить примерно, где этот ускоритель лежит. И в следующий раз мы его попробуем взять. О, хорошо, как я его щелкнул, а. Ты подумай. Как хорошо получилось. Это какой-то Чили, город в Южной Америке. Красивый, красивый город. Горы какие. Может, машинку какую-то я не супер-купер взял. Так, где-то здесь будет ускоритель. Так, надо аккуратненько следить. Где-то здесь он лежит. Есть, взял ускоритель, нашел его. Давай, используем, почему бы и нет. Ох ты, ё-моё, щелкнулся. Да, какую-то мы машинку, что ли, взяли нехорошую. Что я не пойму. Щелкаешь постоянно. Так, а мы, у нас уже третий круг. Мы сейчас должны, получается, его завершить скоро. О, бензик, тоже беру бензик. Не знаю, зачем он нужен. Он в конце, получается, прохождения игры, он подсчитывается. Так, третье место. Вот, видишь, собранные жетоны добавляются. И топливо. Тоже нам это даются. Для нового рекорда. Что-то такое мы там собираем. Ну, вот такая вот игрушка, ребятушки. Ставьте лайк, пожалуйста. Обязательно поставьте лайк. Ух ты. А в следующей серии у нас будет легкий снег.